заехал на Кокжайлау. Вот, ну, с такой цепью натянутой. Очень-очень классно ездить, потому что нет этих эффектов, когда между... Ну, на рекуперацию удобно ездить по вот такой горной местности, то у меня на двойку стоит или на тройку. И когда газ нажимаешь, отпускаешь, когда цепь не сильно натянута, то такие звуки, ну, как бы цепь обратно выгибается, вот, натягивается в обратную сторону или вперед-назад, и редуктор, наверное, раздалбывает. Вот, а когда цепь хорошо натянута, чистенькая, то очень хорошо так идет, никаких нету дерганий вперед-назад. Тормоза тоже поменены. Классно, лучше тормозит, конечно, и не скрипит. Вот, уже притерлись, видимо, потому что на тормозных роторах уже борозды от предыдущих колодок. Вот этим время же какое-то надо притереться. О, а тут какой-то подъемник есть. А вон идет наверх.
Интересно, для чего? Типа маленькая такая лыжная трасса, что ли? Ну все, тут после дождей скользко. Колесо заднее прокручивается. Не поеду дальше. Грязь летит кусками, фонтаном сзади. На разворот. Ну хотя можно было бы на вот этот вот, как бы, на площадочку выехать. Но смысла нет. После дождей не стоит ездить, потому что тут чем выше, тем более мокрая почва и прокручивается просто колес. А вот здесь застрял, он видно. И все выше там. Либо мне его надо толкать туда руками, либо он не едет. Толкать не хочу. Ну и здесь панорама классная, красивая. Вон там город видно. Вон здесь. С другой стороны, вон Медеовский район, он Бастандыкский район. Сейчас вниз с новыми тормозами поползу. Хочу включить камеру, звук записать, какой-то тормозов странный идет. Там вон лошади пасутся. Такие звуки у них, колокольчики висят.
Вот, и они так звенят такой. Необычно все это так звучит. Такая тишина, и где-то вдали колокольчики звенят. Спустился вниз здесь. О, все, задний протектор в грязи весь. Вот часто вижу, как туристы, даже там видео, вот сейчас там наполняют себе бутылки из этих, из горных речек. Вот чего делать как бы не стоит, потому что вода там как бы кажется чистая, но она с примесями. Потому что эта вода с гор несется вниз, стачивает камни, и мелкие частицы, они все это вниз бежит. Вот, потому что у нас вот дом запитан от такой речки. Вода прям оттуда идет. Вот и фильтры вот эти все грубые очистки. Ну такие, как они, из материала. Такие белые, длинные. Вот они все потом вот этим как бы мелким, очень мелким песком забиваются. Вот это первое. А второе, это уже лошади, вон там ходят, коровы. Вот, и они там, все это с них попадает в эти ручьи. Ну, то есть можно схватить каких-нибудь червей. А куда бы поехать? Обратно уже, что ли? Думаю, по новой тропе поехать. Спускаться буду.
Что-то она не выглядит легкой.